О, какая гривна 2! Что там? Гривна 2! Гривна 2! Ага. Пойдем посмотрим, что там. Что они делают? Слёмки там! Переможем. Зло. Слёмки! Пошли, смотрите, какие картины. Ну, спроси, сколько она стоит. Если тебе хватит денег, покупай. Ты сам можешь нарисовать и продавать. Ты же тоже красиво рисуешь. Пойдем дальше. Я не могу такие. Можешь, ты все можешь, я тебе помогу. Смотри, трусы, видишь, как продают. Я могу маму сказать, как ты из оливки взяла, знаешь почему? Просто я лучше рисую оливки. Карандашами лучше рисуешь, да? Ой, смотрите, как тут много всего интересного. Много всего старого. Тарелочки разные, видишь, хендмейд. Ваня, Ванюша, мы здесь. Дай братику ручку, возьми братика за ручку, и будем вместе ходить, ладно? Смотри, какие. Лялечки. А ты что, у меня девочка? Тебе лялечка нужна? Мне нравится. Тебе нравится, да? Пойдем посмотрим, что еще есть интересного. Стой, мотоцикл. Красивая какая у нас раздвиженность. Машина. Старые чемоданы. Смотрите, какой сундук. Ваня. Смотри, какой сундук. Видишь, классно. Мельница. 284. Это номер, наверное, это место. Смотрите, разные делают игрушки из ткани, да, набивают. Смотри, собаки, разные коты, мишки, видите? Лошадки. Красивые. Пойдем туда, пойдем туда. Смотри, блокноты разные. Ну, вы себе нашли уже мины, которые хотели купить? Нет, потому что тут только одни платья продают. Платья? Ну, смотри, для мужчин бабочки какие. А ну, смотри, давай посмотрим. Видите, какие бабочки мужские? Украинская. Военная. Вам какая больше всего нравится? Да, не бери. Вот это, да, украинская. А тебе это военная. А из этого мне нравится. Если бы я был мама сейчас маленькая. Если бы ты был маленький, тебе бы такое нравилось, да? Еще вот это миньоны. Да. Все. А я еще задушу. Тихо. Тихо. Задушишь меня, Илюха? Нет. Вот, смотри, шляпы какие.
Давай, хотите шляпу померить? А ну давай, Вань, стой. Такую? О, смотри, это как этот охотник, да? А, снимай свою, сними свою. Хоть в джунгли иди. Класс. Можно купить? Ну, спроси, сколько она стоит. Спроси у тебя. Сколько она стоит? Вот это 150 гривен. Есть у тебя деньги? Нет. Это 100. У меня, наверное, нет. Это 100. Давай померим. Бумажка. Анна. Илюха, стой, стой. Ты как, ты как художник. Ничего. Но, знаешь, что мама... Это такой... Гигантская, это... Мы... 300. Анна, смотри. Да я же молодежь, мы смотрели, знаешь, что там? Знаешь, что? Там мама... Мама, знаешь, кого? Тихо-тихо. Жабова сказала, знаешь, что? Что? Надень шляпу, сынок. А там... Ладно, мама сказала. Он надел, знаешь, кого? Бандитическую шляпу. Да. Бандит. Смотри, какие игрушки из Тани. Ничего нельзя купить, которые мне подумали. Мама, ты решила? Все. Давай мы все посмотрим, Вань, мы все посмотрим, потом выберем, что нам больше всего хочется, хорошо? Мы же не можем все купить, Ванюш. Договорились? Мне больше нравится кролик. С морковкой. Вот тот же вначале был, хорошо? Пойдем? Отмой из зоряных фильм. Хорошо. Пошли посмотрим. Пойдем быстрее, пойдем быстрее. Сейчас и надо пройти вот здесь. А ты? Да. Забирки нету. Я же сама, а мои... Скворечники. Ну давайте узнаем, скворечник хотите. О, пряники, смотри, какие классные. Да у него кролика. Да. Бутылочки. Мне понравились вот эти маленькие вещи и бутылки. Зачем тебе бутылки? Мне понравились вот эти маленькие вещи с бутылками. Мне все понравилось маленькое, а больше всего понравилось маленькие бутылочки. Что ты тут? Да, видишь, можно. Ля, иди сюда! Смотри, шпагины! Еще шпагу я хочу. Шпага, видишь, какая старая? Да, хочу еще шпагу найти. Времени. Я не торгую. Видел, какая старая? Балалайка. Видишь, Ванька, ножи. Ты хотел вилки. Вилки нет. Ножи есть. А, смотрите, какие солдатики. Это ваш дедушка такими игрался. Видите, какие старенькие. Ой, они... Железные, оловянные. Это ваш дедушка Сережа так, с дедушкой Вовой такими игрались. Ну, они вам не подарили. Ну, они потерялись, наверное, где-то. Видишь, такие. Я не очень помню, такие солдатики. Вау, самолетик! И самолет, видишь, тоже у них было всякое было. Вау. Ну что, пойдем дальше? Все, все, хватит. Пойдем дальше.